Как в последнюю инстанцию обращаются за помощью в партию Ак-Жол граждане, отчаявшиеся найти решение своих проблем? Люди просят оказать содействие в жизненно важных вопросах. Под таким заявлением жителей города партия Ак-Жол периодически устраивает прием граждан совместно с депутатами областного и городского маслихата. Проблемы у собравшихся здесь людей разные. Обращаются с просьбой оказать помощь в предпринимательской деятельности, помочь в материальном плане и с многими другими жизненно важными вопросами. Мария Павловна пришла за тем, чтобы партия оказала воздействие на нотариуса, которая не возвращает ей документы на переоформление квартиры. Да плюс ко всему соседи сверху совсем одолели бабушку, совершенно не дают покоя. Там стоит у них какой-то мотор. Уже 3 месяца, сынок, я мучаюсь, я вынуждена была сюда прийти. Вот. Они запускают, приезжают в 3 часа ночи, запускают этот мотор. Сейчас может комиссию создать. Сейчас работает мотор у них наверху. А у меня ребенок, правнук, и со мной живет сейчас. Мине Васильевне материальный ущерб нанес Валют-Транзит-банк, в котором пенсионерка была вкладчицей. За 10 лет она накопила порядка 5 миллионов. В 2006 году банк потерпел крах, и свои кровные Мина Васильевна так и не получила. На запросы пенсионерки банк отвечает, что нужно ждать своей очереди. Но когда она подойдет, неизвестно. 21 февраля, 6 года у меня кончается срок. Они мне все обещали, мол, у вас срок кончается, вы не беспокойтесь, вам все равно выдадут. Так мне ничего не выдали. Вот. И я вот с этих пор уже 8 лет не могу получить своих денег. Давайте мы подготовим запросы, определим очередь и определим порядок, то есть узнаем вообще, как у них идет порядок возмещения депозитных средств. Но если они говорят, что до 4-й очереди не дошло, то есть до всех вкладчиков, значит, не дошло, мы сами еще и дополнительно давайте тоже свои депутатские запросы отправим. Все-таки запросы с бланком депутата, оно вот имеет... Вот я о чем, имеет, да, и думаю, что имеет вес все-таки, не да, так, как вот я. Люди к этим запросам относятся более серьезно и, соответственно, отвечают на них соответствующим образом. Руководство партии Ак-Жол заверило, что предпримет все необходимые действия. Соответствующие структуры будут даны запросы. Исходя из ответов, насколько они будут удовлетворять нас, в первую очередь, открытостью и достоверностью, и, как говорится, полном ли объеме, мы будем принимать дальнейшие меры. Только с начала года в общественную приемную партию Ак-Жол обратилось порядка 30 жителей города Уральск и области. По всем заявлениям граждан направляются запросы в соответствующие госорганы, и по мере возможности все проблемы решаются. Но для этого нужно время. Олег Великий, Алтынбек Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.